А вот если женщинам совсем плохо бывает, допустим, такое вот настроение депрессивное, депрессия, вот есть вот такие моменты, депрессии, ничего не хочется, кто-то хочет всех послать куда-нибудь, кто-то хочет просто ничего не делать. Вот в этот момент вот эта трава вам и поможет. Это зверобой. Зверобой является самым лучшим натуральным лекарством. Доказано учеными, что трава зверобой является самым лучшим антидепрессантом. Проводились даже исследования. Группа людей, которых во время депрессии поили этими химическими антидепрессантами, и группа людей поили зверобоем. И вот группа людей, которые пили зверобой, выходили из состояния депрессии намного быстрее, намного лучше. И его считает сам, между прочим, мировое подтверждение. Не то, что у нас там в России или где-то, а мировое подтверждение, что зверобой является самым лучшим антидепрессантом. Вот женщинам. А чаще всего мы начинаем предмесячными, климатически вот эти вот, да хоть при климаксе, хоть предмесячными, начинает у нас вот это вот менструальное. И вот в это время мы начинаем нервничать, психовать, нас все раздражает. Если женщина будет за собой следить, и где-то за неделю до наступления месячных, за 10 дней, раз, чаечек, один раз в день достаточно, со зверобойчиком выпила, раз, чаечек, но пить его нужно только днем, вечером пить нельзя, потому что он поднимает как бы немножко состояние такое, улучшает состояние организма. Днем раз, выпили стаканчик, можно даже холодненький сделать себе. Сейчас же делают эти всякие термокружки, бутылочки. Раз с собой сделала вот настоечку. Не настоечку, а отварчик. Раз в обед выпила, зато будешь спокойная, как удав. И самое интересное, что у него нету такого, никаких побочных эффектов агрессивных. Единственный момент с любыми травами, это, конечно, с любыми травами, обязательно нужно проверять себя на аллергичность. То есть выпили травку, последили за собой. Если все нормально у вас, значит, можно дальше пить.